Когда вы строите отношения, вы должны искать не похожее на то, что вы уже знаете, а на новизну. Вот если у вас есть человек, с которым вы находитесь в отношениях, у вас уже был предварительный опыт, вы обычно, у вас есть общий список. Ну, она вот ровно так же себя вела. Или она, как ее мать, там, или там, он, как это. Да. Итак, у вас есть все как других. Составить список, в чем ваш партнер уникален, вы про это не думаете. Потому что это же работа. Найти что-то новое. Но у вас есть все мужики такие, все девушки такие, все там, значит, это то. У вас есть куча вот этих структур, которые сделали партнера понятным, хотя вы на самом деле маркировали функцию партнера, а не человека как такового.